Плавание – очень непростой, но крайне интересный и полезный вид спорта. Сегодня в бассейне «Нептун» проходят итоговые соревнования. Кубок городского округа Щелково по плавательным дисциплинам – это завершающие соревнования, включающие в себя три основных дистанции. Всего в этот раз мероприятие собрало около 170 участников. Это дети разных возрастных групп, от самых маленьких 2010 года рождения до самых старших 2004 года. Соревнования будут проходить два дня. По результатам этих соревнований составляется рейтинг спортсменов по плаванию муниципального городского района и города Щелково. И, соответственно, по этому рейтингу дети попадают в определенные группы, определенные сложности. Или группа начальной подготовки, или учебно-тренировочная группа. Все зависит от их знаний, от их умений, от того, как они собраны и насколько они к этим соревнованиям готовы. Все участники должны обязательно выполнить комплексный заплыв. Для ребят помладше это 100-метровка, а для более взрослых – 200 метров. Две оставшиеся дистанции даются спортсменам на выбор. Это может быть вольный стиль, плавание на спине, брасом или же способом под говорящим названием «дельфин». Ну, мне очень нравится заниматься плаванием. Некоторые дети не умеют плавать, а я даже и на время умею. Конечно, нельзя не отметить огромное количество родителей, собравшихся в Чкаловском бассейне «Нептун», чтобы поддержать своих детей в важных для них испытаниях. Ведь кто знает, возможно, когда-то из этих маленьких любителей водного стиля спорта вырастут настоящие профессионалы своего дела. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».